знаете, кто я? Попов Михаил Васильевич. Значит, я выступал у вас, когда читал философию, как доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии, философии истории. Вот, а в нынешнем качестве, как преподающий курс «Социальные трудовые конфликты и технологии их урегулирования», значит, я буду выступать в своем другом качестве, как профессор по кафедре экономики и права. Такое у меня ученое звание. Кроме того, я консультант Российского комитета рабочих и консультант правкома докеров, профсоюза докеров, ЗАО «Первый контейнерный терминал». То есть имел дело с конфликтами социально-трудовыми не только теоретически, но и практически. И, в частности, являюсь одним из авторов проекта Трудового кодекса России, который получил второе место по числу голосов в Государственной Думе. 189 голосов депутатов. Так, значит, у нас с вами курс заканчивается экзаменом. Так, я сейчас вам выдам программку. Там есть экзаменационные вопросы, и вы знаете, что как у нас проходит экзамен, так и будет проходить. Вы напишите на два вопроса ответы. Ну, я думаю, может быть, на всех не хватит, тогда вы, те, кто ко мне ближе сидят, как там в этом в писании, помогите ближнему, я ближнему сейчас помогаю. У Ленина, правда, в этом великом почине написано, надо думать не только о ближних, но и о дальних. Сейчас посмотрим, на дальних осталось или нет. Не, на дальних не осталось, поэтому ближняя просьба переписать и отдать с другим товарищам. Так, чтобы у всех было. Будем считать, что у вас у всех по итогу этой недели будет программа, и там есть все вопросы. Так, теперь, как и раньше, будет наша лекция записываться. Вы можете заходить на YouTube, канал Фонда Рабочей Академии, и там смотреть и готовиться. Кроме того, там есть записи за предыдущие годы, и вы можете это посмотреть. Заодно посмотреть, чем отличается сегодняшняя лекция от тех лекций, не поменял ли лектор свою позицию на противоположную, не является ли он люгером. Но, как вы понимаете, лекции, которые читаются конкретным студентам, они чем отличаются, что учитываются запросы этих студентов, которые слушают. Чем отличается пение настоящее от пения под фанеру. Поэтому, значит, у нас наши лекции и по замыслу предполагают, что вы можете задавать вопросы, вот, можете здесь высказываться, я буду делать остановки и, соответственно, буду вас выслушивать, мы будем обмениваться мнениями. И поэтому желательно, чтобы подготовка по этому курсу шла не только там где-то в конце, вот, а непременно, Владимир Григорьевич, у меня лекция, я перезвоню после лекции теперь. После лекции, ага. Сейчас выключу. Чтобы мы подошли уже к экзамену хорошо подготовленными. Хотя подготовка к экзамену, когда вы в целом берете курс, конечно, необходима, потому что от того, как вы понимаете целое, зависит и понимание отдельных его частей. Значит, вам не надо доказывать, что все здесь присутствующие прикладные философы, правильно? Мы в Институте философии с вами занимаемся и работаем. Назад дерем. Вот, и наша с вами задача состоит в том, чтобы уметь применять философские знания при решении таких вопросов, которые относятся прямо к теме, предмету нашей специальности – конфликтологии. Правильно? Вот. При этом можно сказать, что самый, так сказать, ближайший и самый главный наукой для конфликтологов является наука о чем?
о противоречиях. Правильно? Потому что что такое конфликт? Как конфликт мы с вами знаем, что это обострившиеся противоречия. А наука о противоречиях, как единственной борьбе противоположности, это что? Это диалектика. Так что не знаем, как другие философы по другим специальностям, культурологи там, или те люди, которые занимаются на кафедре онтологии, или, скажем, на кафедре, как у нас называется, наша кафедра социальной философии, философии истории. Но что касается конфликтологов, они впрямую занимаются такими вещами, для которых имеется специальная наука, диалектика, наука о противоречиях. Это возлагает на нас всех присутствующих тяжелую ношу. Тяжелую ношу потому, что это такая наука, которую по верхам, если значит, хватать, то очень быстро можно изложить. Во всем есть противоречие, все содержит свою противоположность и так далее. Что есть там закон единства борьбы противоположностей, и вот вы вроде бы все и выучили. Хотя я хочу вот вам привести такой пример. У нас в свое время ректором, когда я был студентом, был академик Александров, геометр, математик. Он в актовом зале нашего университета при огромном скоплении народа читал лекции «16 элементов диалектики у Ленина». Вот такую. Ну, при этом он там разбирал эту диалектику и в том числе конспект «Науки логики Гегеля», который Ленин написал, когда изучал науку логики. Ленин пришел к изучению науки логики главного труда диалектического не сразу. До 2014 года он такой систематической работы над этим трудом не провел. А в 2014 году, когда все запуталось в мире, начиналась мировая война, Ленин решил основательно в этом разобраться, то есть уж более крупных конфликтов, чем военные, когда умирают люди, десятки, сотни, тысячи и миллионы, уже не найдешь. Ленин приступил к систематическому изучению диалектики, и результатом явился конспект науки логики, который как бы подготовлен был для печати, но он тогда не был при жизни Ленина опубликован, а теперь он опубликован. И там, в частности, можно прочитать такую мысль Ленина о том, что это 29-й том полного собрания сочинений, что нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвеки, и полвека спустя. Известно также, что Маркс очень часто открещивался от тех, кто считает себя марксистом, на том основании, что он прочитал то, что он написал Маркс. Я говорил, что если это марксисты, то я не марксист. Интересно заметить по этому поводу то, что Ленин писал в последних своих письмах. Он оценки давал различным членам ЦК, и вот в отношении Бухарина пишет. Вот Бухарин, один из молодых, наиболее способных членов ЦК. Любимец партии законно считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот такая характеристика. Это о чем разговор? О ком? О Бухарине или о партии? Партия в таком состоянии, что тот человек, который никогда не учился диалектике, никогда ее не понимал вполне, считается теоретиком и любимцем. Потом у нас любимцев много было. Никита Сергеевич был любимец, верным ленинцем его называли, Хрущев. Михаил Сергеевич Горбачев ходил в любимцах. Ельцин, пока все не разрушили, ходили в любимцах. Пока Советский Союз огромное государство не уничтожили. Вот поэтому я и говорю, что на вас возлагается тяжелая ноша. И есть некоторые люди думают, что последние статьи – это завещание Ленина, даже так говорят. Ну, это ерунда, потому что, как указывалось неоднократно,
том числе специально от имени Центрального комитета партии в свое время, еще после смерти Ленина, что взаимоотношения Ленина и партии исключали какого бы то ни было рода завещания. Правильно? Партия – это не собственность, которую можно передать. А вот есть заветы – это другое дело. Вот есть такая работа о значении воинствующего материализма у Ленина. О значении воинствующего материализма. И это вступительная статья к журналу «Под знаменем марксизма». И этот журнал должен был помочь тем, кто изучает диалектику, ее освоить. И вот Ленин там пишет, что если мы не овладеем диалектическим материализмом, диалектикой Гегеля, если не изучим ее, то мы будем не такими материалистами, которые сражаются, а такими, которые являются сражаемыми. И тогда наш марксизм не устоит перед натиском реакции и лжи. Ну вот можно сказать, что вот история Советского Союза, при том, что у нас была военная мощь колоссальная, экономическая мощь колоссальная, были всякие помощники у генеральных секретарей, которых за руку водили, все за них писали, всякие речи. И вот я вот недавно, буквально совсем на днях закончил читать книгу Болдина, который был начальником аппарата у Горбачева. Чего там они только не пишут. Единственное, идея ушла. Идея ушла, и поэтому нормальным образом разрешатся те противоречия, которые были в Советском Союзе, а он не без противоречий был, правда? Не могли. И тогда и в Советский Союз захлестнули кровавые конфликты, в том числе в Средней Азии, в Карабахе, да? В других местах. Потом у Белого дома, который тоже вообще-то тема для нашего рассмотрения конфликты, которые были в Советском Союзе, поскольку Россия является продолжением и преемницей Советского Союза во всех отношениях, в том числе и в экономическом, и финансовом. Она приняла и долги Советского Союза. Но нам-то никто не собирается выплачивать долги. Я не видел, чтобы нам кто-нибудь заплатил, а вот Россия что-то расплачивается все по долгам Советского Союза. Энгельс писал, как изучать диалектику. Он изучает, говорит, надо по науке логики Гегеля. Это единственный компендий диалектики. Слово «компендий» вам знакомо? Мне не знакомо было. Я консультировался с товарищами, когда готовил свою книгу. Товарищи говорят, ну это как бы краткое содержание, это как бы собрание того, что говорится. А если вы откроете латинский словарь, и прочитаете, что такое компендий. Компендий означает кратчайший путь, прямая дорога. То есть есть кратчайший путь, прямая дорога к изучению диалектики через учение науки логики Гегеля. Но есть всякие кривые и длинные дороги, по которым можно идти всю жизнь, и никогда эту самую диалектику не изучишь. Поэтому каждый, конечно, сам выбирает. Ну, вроде бы эта книга серьезная, трудная, тяжелая. Можно по ней идти, ну, а можно идти по другой. Ну вот мне в этом отношении повезло, можно сказать, так же, как и вам, потому что я, значит, буквально через некоторое время после этой выдающейся лекции академика Александрова заявился к нему прямо на лекцию, ну то есть после лекции, перерыв. Он читал у нас лекции на матмехе, где я учился, в 188-й аудитории. Нет, в 88-й аудитории, на втором этаже. Это 10-я линия Васильевского острова, дом 33. Сейчас там Институт наук о Земле. То есть геологически слили с географическим, и вот получился такой институт. И вот я к нему подхожу, после лекции он спускается с такой бородой. Я говорю, Александр Данилович, а вот диалектику изучать как надо? По конспекту, Ленинскому конспекту науки и логики? Он так на меня посмотрел, зло. Говорит, почему конспекту? Гегеля надо читать! Так, рявкнет на меня. Я пошел читать Гегеля.
Но я на вас рявкать не буду, но я вас предупредил, что единственный источник, который представляет собой прямую дорогу и кратчайший путь, это наука Локи-Гиль. То есть лучше вы там меньше изучите, чем вы пойдете, как говорится, лучше вы немножко выпьете воды из ручья, чем вы выпьете 3 литра из болота. Так что вот так стоит вопрос. Вам в помощь много чего уже есть. Во-первых, есть и висит в интернете на том же канале Фонда Рабочей Академии, на YouTube, открываешь YouTube, потом, поскольку там много уже материалов накопилось, то он там, скоро его не увидишь, он на обороте. Поэтому плейлисты открываешь, нажимаешь, и видишь там кружок по диалекте. И там уже за несколько лет имеется занятие по науке и логике Гегеля, которое я провожу для тех, кто самостоятельно занимается. Причем самостоятельно занимаются не только те, с кем я вот непосредственно провожу, потому что непосредственно я провожу с 5 человеками, наиболее, так сказать, подготовленными. Но это для них тоже большая и трудная задача. А с другой стороны, просмотров там сразу, как только выйдет новый занятие, новый кружок, там 250, ну а дальше там 1200 и так далее. То есть вообще люди сейчас в России науку логики изучают. Хотя никаких следов того, чтобы какой-нибудь руководитель после Ленина, какой-нибудь руководитель Советского Союза изучал науку логики, таких следов я не нашел. Может, вы найдете. То есть как-то вот хотели обойтись без диалектики, а если с диалектики, то без Гегеля. Ну и так сказать, читали, видимо, не то и не о том. Много всяких многотомников было. Обычно напечатают многотомник по материалистической диалектике, рецензии положительные, хорошая книга, все хорошо. Единственное, там нет диалектики, написанной в этой рецензии. Так что вот так обстоит дело. Кроме того, ну вот есть книга моя «Социальная диалектика», которая вышла. Ее тоже можно, ее можно скачивать у нас на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Это тоже вам в помощь. Есть мои лекции по философии и истории. То есть тот человек, который хочет заниматься, есть у него на что опереться. Я тем более вам говорил, что у нас наши лекции предполагают не только лекции, но и предполагают, так сказать, живое общение. Вы можете задавать вопросы, связанные с вот изучением того, что нам нужно для того, чтобы хорошо разбираться в конфликтах и их разрешении. И, соответственно, будем здесь рассматривать и обсуждать. Ну, могу только добавить, что обычно за вопросы задают те, кто хорошо занимается. Хотя они вот и стесняются, но задают. А те, кто, вот, так сказать, не задает вопросы, те обычно они хуже еще занимаются, потому что у них и вопросов поэтому нет. Поэтому я буду по тому, какие идут вопросы, судить по тому, кто как занимается и кто как готовится. Понятно, что это связано с работой внутренней, которую вы делаете. Значит, хочу сказать, что получив это вот, этот навык и это обучение, вы получите необыкновенное богатство. Ну, поскольку у нас вот вопрос практический, я могу вам сказать, что я, например, на философском факультете не учился ни одного дня, в аспирантуре на философском факультете не занимался, соискательство никакое не оформлял, он написал сразу книгу, о разрешении противоречий социализма, можете ее почитать. Она находится в разделе «Библиотека» на сайте Фонда Рабочей Академии. Называется «Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». И вот подготовил диссертацию по философии, здесь успешно защитил на философском факультете и стал доктором философских наук. Хотя я до этого, так сказать, ну вот, у меня только был диплом математика и кандидатская степень по политэкономии, кандидат экономических наук. И я не чувствую себя ущербным на философском факультете, потому что, так сказать, тут, когда встал вопрос, а кто будет оппонентом по докторской диссертации, у нас в конце вот прошлого учебного года, сюда была представлена докторская диссертация Ивана Алексеевича Протопопова. Гегелевская система абсолютного идеализма и проблема ничто в системе абсолютного идеализма Гегеля.
Ну вот, меня пригласили официальным оппонентом. Со мной посоветовались, а кто еще может выступить? Мой коллега, который тоже изучал науку логики Гегеля, изучает, профессор Казенов. Ну, еще был один оппонент. Так что вот я хочу сказать, что это тот уровень, который вам позволит решать самые сложные задачи. Самые сложные задачи. Ну, как всегда, вот какой-нибудь инструмент. Вы можете ехать на самокате, можете лететь на самолете. Кто предпочитает самокат, пожалуйста, то полета не будет. Ну, если может быть полет, то куда-нибудь в канал. Я почему об этом говорю и предупреждаю, что ну, сложное есть сложное, а что несложное, как всякая наука, настоящая наука, вся сложная. Математика сложная? Кто-нибудь может предел сказать? Что-то определение предела? Не можете сказать? Уже нет. Уже нет. Ну, потому что вас не так учили. Нас так учили, что уже я попрошу, разбуди меня, я скажу определение предела. Число А называется пределом последовательности xn, при n стремящемся к бесконечности, если для любого, сколь угодно малого, положительного эпсилон, найдется такое n большое, что для всех n больших эпсилон, xn минус А по абсолютной величине меньше эпсилон. Понятно? Вы, наверное, представляете, какие сейчас книги по теоретической физике. Вы откроете, там одни формулы, ничего там больше нет. Даже физика ушла в формулу, ничего там, одни формулы. Про химию я не говорю, думаю, что сейчас химия на таком уровне, что туда лучше не соваться нашему брату. Я горжусь, что у меня был диплом второй степени в школьной олимпиадах по химии. И то, что они не суют, чтобы не давали там по щекам. Потому что это серьезное дело, там с кондачка не возьмешь. Короче говоря, всякая, так сказать, серьезная наука требует, чтобы ее изучали с тех пор, как она стала наукой. Так что это ничего такого нет. А если все, так сказать, так все просто, что это легко очень усваивается, это первый признак того, что тут это еще не наука. А еще так люди гуляют по полям около леса, а в лес не заходят. Маркс по этому поводу писал, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Ну, что я вам и пожелаю. Что я вам пожелаю, так сказать. А дальше каждый сам выбирает себе дорогу. Вот и путь. Так, ну вот теперь переходим непосредственно к темам нашим. Самой первой темы у нас тема, связанная с трудом, будет задачей первой лекции. Почему? У нас курс называется «Социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования». Да? Ну, если это социально-трудовые конфликты, то общество все знают, социо все знают, что это общество, да? Социо. Вроде бы тут, ну, сейчас проверим. Вы знаете, что такое общество? Скажите, пожалуйста. Это приближенные ко мне, они все знают так. Давайте. Общество, что такое? Социальная группа людей. Ну, социальная. Социальная – это есть это общественное. Значит, чтобы знать социальное, надо знать, что такое общество, правда? Иначе получается логический круг. Вы используете то, что надо определить. Общество, что такое? Группа людей, связанная одной целью. Что? Связанная одной целью. Связанная... Громче, не понял. Одной целью. Одной целью. Что, люди связаны одной целью, это общество, да? Вот мы с вами два человека связаны одной целью. Разобраться в том, что такое общество. У нас это значит, мы в обществе, а вы все можете уходить отсюда. Так, что ли? Непонятно. Нет, это не определение общества. То есть плохое определение общества. Речь идет об определении. Что такое общество? Кто скажет? Товарищи обществоведы. Веды – это те, которые знают, что такое общество. Правильно? Вы же обществоведы? Мы же конфликты в обществе изучаем или среди муравьев? Среди муравьев есть конфликты. Один туда потащил соломину, а другой – в другую сторону. И вот они там дерутся. И всяких конфликтов в животном мире, в том числе в мире насекомых, очень много. Я когда читал третий том
«Капитала», я читал его летом, все время наблюдал, как какая-то борьба вот рядом идет. И каждый раз видел, как такой мускулистый оса, похожая на тигра, полосатая, хватала здоровую синюю муху и с ней боролась, потом отгрызала ее голову, и этот кусок мяса потом без головы куда-то относила и складывала. Это мы не будем изучать. Мы будем изучать конфликт. А что такое общество? Можно я вас немножко буду ругать чуть-чуть? Совокупность людей с общими интересами. С общими интересами. То есть вот есть противоположные классы, и вот совокупность людей с общими интересами – это общество. А с противоположными интересами вы выкидываете, что ли? Чего это вы так? А что тогда мы с вами будем изучать? Тогда конфликтов нету. Вот у нас с вами есть какие-то конфликты? Видели, чтобы мы с вами вот конфликтовали? Ну, мы спорить можем, но как что, вот в чем я буду с вами конфликтовать? Скажите, пожалуйста, а вы что со мной будете конфликтовать? Не буду. А вы будете? Не будете. А в обществе-то есть конфликты? Не проходит. Общество что такое? Большая группа людей. Большая группа. То 5 человек. 7. Ну, не 2 человека. Не 2, 3. Ну, да, совокупность людей, мне понравилось. Совокупность людей, ага. Понятно, стоят у метро. Понял. Проживающих в пределах некоторого проживающих общего пространственно-временного континуума. Ой, а вы континуум-то знаете, что такое континуум? Это отрезок 0,1. А мощность, в математике доказывается, что по мощности, он, его мощность этого отрезка равносильна мощности всей оси от минус бесконечности до плюс бесконечности. И пространственно-временной континуум, говорят, имея в виду, что это уже, так сказать, четырехмерное пространство, если брать время и три измерения пространства. Тут, при чем тут общество? Это называется, Аркадий, не говори красиво. Так, а если ругаться на вас, а чего вы вообще не знаете, что такое, а вы знаете, что такое общество, чего пришли сюда? Я хочу узнать, что это такое. А? Вот человек, молодец, мне нравится, вот так и надо, вот по-боевому. Вот сидят там, что-то начинают, вот спросите, хочу узнать, а вы, говорит, лектор, а как лектор вы должны объяснить. Вы нам должны рассказать. Вот, светлая голова, вот равняйтесь на меня. Пожалуйста, но никто меня не просил, я и не рассказываю, если просьба, мне как-то и приятно даже, значит, общество – это люди вместе с их отношениями. Все люди вместе с их отношениями образуют общество. Если вы людей россыпью возьмете, без отношений, то это не общество. Правильно? А отношения без людей? Ну, это вообще непонятно что. Люди вместе с их отношениями образуют общество, и все. Простое определение. Можно запомнить? Записали? Люди, взятые вместе с их отношениями, образуют общество. Ну, ладно, с обществом мы разобрались, и теперь можем двигаться дальше. Сейчас будем рассматривать труд. А почему будем его рассматривать? Потому что про него известно, что труд создал человека. А кто такой человек? Кто-нибудь определение знает человека? Вы знаете определение человека? Скажите, пожалуйста, кто такой человек? А вы скажите. Да я-то скажу, а вы-то не хотите сказать? Не хотите меня обогнать? У нас же лекция. Ну, у вас лекция, но на лекции есть возможность проявить инициативу, показать себя с лучшей стороны. А есть возможность спросить у лектора? Есть возможность спросить у лектора, но вот прежде всего человек должен напрягать свою голову и пытаться сформулировать, правильно? А если он будет только все спрашивать, будет попрошайкой. Да. Причем такой духовно нищим. Скажите, а это что, это что, это что, это что? Скажите, что такое? Ну, так тоже нельзя. То есть, с одной стороны, это правильно, но не надо превращать это в некое правило. Ну, человек, я же вас не спросил, я даже вас, что такое кошка, не спрашиваю. Вы-то себя человеком считаете? Что это значит? Что вы рыба, что ли? Что это значит, что я считаю себя человеком? А что это значит? Вот хочу сказать, что это на самом деле это непростая вот задача. Непростая. Так что я не сильно тут на вас обижаюсь, потому что просто дело в другом, что вот надо приучиться. Я думаю, занятия наукой логики вас приучат к тому, что не надо просто повторять слова. Потому что когда человеку вам полгода, год, полтора года, когда он просто повторяет, это очень хорошо. Очень хорошо.
А вот человек в таком возрасте, в котором вы находитесь, должен быть снова как бы пересмотреть все свои понятия и не повторять те слова, которые он не знает. Быстро выяснить, вот как вы сейчас сказали, ну скажите, что это такое, потому что дальше жить невозможно. Не знаешь, что такое человек. Ну правильно, дальше нельзя. Недопустимо. Никто отсюда не уйдет. Пока не узнаешь, что такое человек, никто не уйдет. Так там проследите, пожалуйста. Тут у нас люди приспособлены, которые сразу задерживают вас. Я специально позвал. Еще и записывать будем, кто будет рваться. Только не говорить. Так что такое человек? Значит, у Гегеля в науке логики есть два понятия. Одно понятие называется определенность, а другое определение. Вот определенность, может, вы и не слышали. Определение слышали слово, правда? Вот что такое определенность? Определенность – это некое отрицание. Вот девушка в черном. Черное – это вы или это ваше отрицание? Отрицание. Это ваше отрицание, но в вас. То есть вы же в черном, вы же сами одели. Это ваше. Но это ваше отрицание. Это кажется странным, что определенность – это отрицание. Но это на самом деле просто непривычно. Вот сейчас вы пойдете в буфет и скажете, дайте мне чаю, и туда положат, или насыпят, или вы кусочек туда сахара положите. Вот сахар, который в чае, это чай или не чай? Это не чай. Вот что такое сладкий чай? Это чай, в который положен не чай, и размешан. Да? И что тогда этот сахар, который в чае, это его определенность, чай, это сладкий чай. А если туда еще лимон бухнуть? Лимон же не чай. Ну согласитесь, лимон на деревьях растет, а чай такой, так кустарник такой. Лимон не чай. А чай с лимоном – это чай со своим отрицанием. Он дает определенность. Правильно? Там девушка с голубыми глазами. Но сказать, что это голубые глаза – это девушка, это как-то так неправильно будет. А вот это, конечно, это есть некое отрицание. Любое там какое-то качество человека – это его отрицание. Но вот когда мы говорим в целом об определенности, достаточно какое-то указать отрицание, которое позволяет выделить вот то, что мы хотим рассматривать, из всего остального. Например, Гегель говорит, что человека можно так определить, то есть такую взять его определенность. Это человек, это животное, у которого есть мочка на ушах. Почему? Да потому что других животных, у которых есть мочка на ушах, просто нет. Нету. Поэтому вы не ошибетесь. Ну, за одним исключением, что вдруг там человек попал в аварию, так сказать, оказался не только без мочек, но и без этих раковин ушных, или пожар был, спасал кого-то, или ему отрезали, как бывает. Бывает же такое во время войны, так обращаются с пленными, что он перестает быть человеком? Нет. Поэтому это вот под определенность подходит, а определением человека не является. И вот если определенность – это просто отрицание, то вот определение, это вы прочитаете в науке логики Гегеля, это более сложная категория. Вот если сейчас я просто сформулирую, что такое определение, это будет примерно то же самое, как определение предела, которое я вам давал. Вот я сейчас вам процитирую из науки логики определение. И это мало вам что еще даст пока. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Вы в себе или не в себе? В себе. Вот уже подумайте, что означает слово «в себе» здесь. Так говорят, да? Качество, которое есть в себе, в простом нечто. И сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто. И сущность находится с другим моментом этого нечто в нем бытием. И сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытием. Называется определением. Или есть определение.
Ну, поскольку, я так чувствую, большинство наук и логики не изучало, то тут какой некоторый прыжок сразу получается. Поэтому я сейчас попытаюсь растолковать это. Хотя наука и логика построена так, что каждая следующая категория строится из предыдущих. И каждая следующая категория есть цепочка. Чем больше категория, тем длиннее цепочка, начинающаяся сначала. То есть не так, что оно бах, как в математике, определяется и все. Нет, все вытекает из предыдущего. Поэтому если вы подряд читаете и разбираете, вы дойдете до понимания. А здесь, значит, качество. Качество – это такая определенность, которая берется уже как непосредственное, как бытие. Допустим, вот вы и ваш ум. Ум вообще это вроде как отрицание человека. Потому что есть человек, он и с умом вместе, а ум взятый отдельно, оторванный от человека, это как взятый сам по себе, это уже отрицание. Но это качество человека, правильно? Вот определение человека, это по Гегелю, это мыслящий разум. Это вот такое отрицание, которое, так сказать, его характеризует все. А как это вот в тех терминах, которые здесь вы записали? Качество, которое есть в себе. В себе это такое качество, которое всегда остается в человеке, пока он человек. В себе. Вы не вышли сейчас из себя, когда со мной говорили? Нет? Когда говорят «в себе». В себе, то есть не вышли из себя. Если вышел из себя, это не равен самому себе. А в себе, значит, равен самому себе. Вот качество, которое всегда равно во всех изменениях человека, пока человек есть человек, вот он мыслящий разум. А если он с ума сошел, тогда он уже не вполне человек, и его даже уголовно не наказывают, а отправляют на лечение в сумасшедший дом, даже если он убил 15 человек. Все, уже человек, не человек. И в выборах ему не дают участвовать в качестве имеющего активное избирательное право. И сумасшедших не избирают, то есть не считают за человека. И вот еще есть такой пример, был такой издан указ нашим президентом о том, что не привлекается к уголовной ответственности Ельцин и вся его семья. Ну и так получилось, вроде хорошее дело делали, а приравняли к сумасшедшим в итоге. То есть заранее, дескать, вот сейчас вот дадим указ, что вы к уголовной ответственности не привлекаете. То есть непонятно, то ли вы сделали какое-то большое преступление, то ли собираетесь сделать. И мы уже знаем заранее. И заранее вас спасаем, потому что своих мы не сдаем. О как. Так. Так вот, качество, которое есть в себе, в простом нечто. В простом не такое, которое вы уже представили как очень сложное, противоречивое, просто простое нечто. И сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Когда мы говорим «вы», если мы говорим «вы», то мы подразумеваем, что есть что-то вовне. Правильно? Если мы говорим «внутренние органы», значит, есть внешние органы. Если мы говорим о чем-то внутреннем, значит, есть внешнее. Поэтому на самом деле, как учит диалектика, если вы употребляете слово «в», значит, вы уже имеете в виду, что не «в». А следовательно, это такое качество, если человек умный, то это проявляется в его действиях и вовне. А если это никогда вовне не проявляется, то это и не... Это такое качество, которое не в единстве с в нем бытием. Вот что имеется в виду. Что есть такое качество, которое и вовне проявляется. И не просто проявляется, а это прочно содержится во всех изменениях, сохраняется во всех изменениях. Вот это определение. Так с этой точки зрения можно сказать, что дальше вот то определение человека, которое дал Гегель, Энгельс развил, он показал, что человек – это, во-первых, общественное животное, а не просто животное, общественное животное. А общественными животными, можно сказать, такими коллективистскими являются еще и муравьи, и пчелы, да? Раз. Во-вторых, это трудящиеся животные. В-третьих, это говорящие животные. И в-четвертых, разумные. Общественные, трудящиеся, говорящие и разумные. Так, вопрос на засыпку. Вот вы животное или нет? Конечно.
А? Конечно. Не понял как-то. Ответ да и нет какой? Да. Да, ну слава богу. А то я думал, скажите, что растение. А как я растением буду преподавать? Или гриб. Ну а полностью можешь сказать теперь определение человека? Вот я вопрос повторяю свой. Человек, знаете, что такое? Ну это... Знаете или нет? Да. Да. Ну кто человек? Кто? Это вот животное, которое отличается, которое общественное, трудящееся, разумное, говорящее. А что переставили? Ну вот дело в том, что одно из другого вытекает, потому что и труд создал человека, поэтому общественное, вот общественное животное стало благодаря труду и общаться, и в ходе этого общения вот это развилась речь. А птицы только там вороны каркают, там, с другой стороны, они знаки подают, ну, на уровне знаков. Но они не трудятся. Хотя, многие вещи похожи на то, что делают люди, делают. Видели, как гнездо строят грачи? Сколько они подбирают, складывают, потом начинают укладывать всякие пушинки и прочее. И... А скворцы прилетают, говорят, так, где у вас скворечник? И заселяются сразу. Я вот сделал скворечник у себя на даче, сразу заселилась. Семья скворцов тут же, в ближайшую весну. Ну, надо хороший делать, не опасный, чтобы кошки не залезут. Они сначала смотрят, принимают. Так, есть тут люди, которые не знают, кто такие люди? Так, кто не знает, что такое человек, просьба выйти. Ну, как мы с кем мы должны иметь дело? С теми, кто знает, кто они такие. То есть вы знаете, кто такой человек теперь? Вот, все, ну, приятно как-то, да, как-то теперь. На третьем курсе пора уже узнать. Но я хочу сказать, что лучше мы будем с вами изучать то, что мы не знаем, чем прикидываться, что мы знаем. Когда меня спрашивают, а что же вы, Михаил Васильевич, этого не знаете, почему? Почему вы так сделали? Ну, никто же не знает все, правда? Я говорю, дурак был, и больше ко мне никто не пристает. А что дальше вы про меня скажете еще, если я сам сказал? Поэтому лучше, так сказать, вот мы, ну, не знаем, мы темные люди, да. Вот сейчас с помощью ваших, так сказать, занятий будем продвигаться вперед. Вот мы уже знаем, что такое человек. А теперь, поскольку в определении человека труд самое важное, начнем с труда. Вот у нас сегодняшняя лекция в целом называется «Труд». Очень просто и понятно. Труд. Но мы сначала до него добрались, потому что труд – это не труд человека, деятельность человеческая. Или у кого-то есть такие воззрения, трудятся и не люди. Но для этого надо определить правильно труд, чтобы ответить на этот вопрос. Что такое труд? Кто-нибудь может сказать? Слава Богу, никто не говорит, чего пристали. Ну что такое труд? Мы должны знать? Скажите, пожалуйста. То есть мы и начинаем вот свои вещи, так сказать, в голове, так сказать, всякие дырки, так сказать, потихонечку ликвидировать, которые совершенно не нужны и без которых нельзя, без осознания вот таких понятий нельзя пойти вперед. Что ж такое труд? Давайте погадаем, подумаем. Вот какие соображения, мысли высказывайте. Как вы думаете, что такое труд? Ну, будем считать, что я корреспондент, и вам пришел, а вы студентка Санкт-Петербургского университета, который готовит президентов. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое труд? Я знаю, что он есть. А, знаешь, что он есть. Ну, уже хорошо. Все, вам уже такого нет. А вы что скажете про труд? Уже то, что есть, сказали. То, что люди делают, чтобы не умереть с голоду. Вот, то есть, они, вот, чтобы не умереть с голоду мне, я забираю ваш этот самый, кому нужен? Дешево очень продаю. И я вот продам и не умру. Ну, все время я, конечно, не протяну, но какое-то время я не умру с голоду. Продавать потом опять. А? Продавать тоже труд. Хорошо, продавать труд. Хорошо, есть другой вариант. Сейчас пойду за топором. И на выходе буду с этих, не уж так вот там по мелочам, со всех, кто выходит с факультета, забирать все, что у них есть. Это тоже труд? Да чтобы я не умереть с голоду. А еще не трудно, что ли, быть бандитом? А представляете, вот этим заказным убийцам?
профессиональным. Как трудно. Незаконно. А? Только незаконно. Что значит незаконно, незаконно, незаконно? При чем тут это? Труд был, когда еще и законов-то не было. Что древнее, закон или труд? Труд. Труд из обезьяны человека сделал, а вы про законы говорите. Какие законы? Забудьте про законы пока. Так что такое труд? То, что сделал из обезьяны человека. То, что сделал. Ну, это вы хотите простое через сложное определять. Это грубая ошибка. Вы надо знать, чтобы знать, что такое труд, надо знать, что такое человек и что такое обезьяна. А человека вы определяли через труд. Логический круг не пойдет. Труд более простая категория, чем человек. Так что такое труд? Ну вот, исходя из того, что вы сказали, по крайней мере, ясно. Вы бы сказали, ну, вклад какой-то вы внесли, хоть взяли, сейчас защищали. А чего вы так это не обороняетесь? Вот я на вас нападаю, а вы... Ну, как, какой же вы конфликтолог? Надо драться, так сказать, позицию свою отстаивать. Вы уже сказали, что это деятельность. Какая деятельность? Я вот подверг сомнению. Ну, про деятельность вы сказали. Вот она сказала, что он есть. Вы сказали, что это деятельность. Я отверг это ваше деятельность? Нет, я не отверг это. Я напал на то, какую. А вы не заметили, что я... Не нападаю на то, что это деятельность. Вот она внесла вклад, и не может теперь сидеть спокойно. Что это некая деятельность. А вот какая? Это пускай следующий. Какая это деятельность? Необходимая. Необходимая? Полезная. Полезная. Вот там. Сознательная. Сознательная. Вот, сознательная деятельность. Сознательная деятельность. И сразу все эти самые пчелы, обезьяны и прочие, которые там что-то делают, все отпадают. Вот благодаря тому, что вот товарищ сказал, сознательная. А лучше сказать целесообразное, чтобы вы, не вообще все сознание, там вы что, надо какое же, что вы берете из всего сознания? Целесообразная деятельность. Сначала ставится цель, а потом совершается эта деятельность по достижению данной цели. Правильно? То есть труд – это целесообразная деятельность. И деятельность бандитов тоже целесообразная. Поэтому пока еще труд мы не определили. Потому что она пока неотличима, эта целесообразная деятельность, от труда бандитов, вредителей всякого рода. Врагов человечества. Какая деятельность-то? Вот тут уже звучало. Какая деятельность? Полезная. Вот полезная. Вот, полезная. Обществу или полезная вот тому, кто делает? Общество. Вот общество. Общественно полезная деятельность. Потому что если она просто полезная какому-то вот одному, то это будет тоже ерунда. Вот тогда и бандиты сюда точно бы, точно очень полезно было. Согласны, если я вот продам это, вот, и будет мне полезно? Может, и обществу будет полезно. На вашем примере все его научатся, что надо знать определение. Так, значит, целесообразная и полезная деятельность. А в чем она, эта деятельность, состоит? Не хотите рассказать? Производительность. А? Что-то производить должен. Что-то производить. Вот сейчас мыльные пузыри выпадают. Не видели, нет? А некоторые жвачку жуют, там идут, видно, все сильно культурные. И вот они, шарик надули. Он соображал, что он будет шарик надувать. Это целесообразная деятельность. Чего-то делает. Ну как вот это? Вот надо так труд определить. Да? Не полезное? Не полезное, да? А он думал полезное. Ну, ошибся человек. Ладно, просим ему. Так все-таки, как определить, чтобы вот не попадали сюда какая-то ерунда всякая под труд? Труд-то это серьезное слово? Полезная, общественно полезная деятельность, да? Общественно полезная деятельность. Значит, вот, значит, если я играю в футбол, это общественно полезная деятельность? Вот мы сейчас... Труд может быть у кого-нибудь общественно полезным, почему для себя? Нет, ну вот мы играем в футбол, это труд? Нет. А? По-вашему, труд? Хотя сейчас это вот получается вроде, что те, кто играет в футбол, профессионалы, они вроде бы как больше трудятся, чем остальные. Если, скажем, мерить это по меркам там, затрат энергии или по меркам доходов, которые они получают, то вот Галкин больше всех трудится, у него замок я видел на Рублевском шоссе в Москве. Пожалуйста. Деятельность направлена на удовлетворение потребностей общества и людей. Ну, потребности всякие бывают. Вот. Вот я сейчас вот вам лекцию читаю. Это деятельность направлена на удовлетворение потребностей общества и индивидов. Читаю. И считаете, что это труд? А? Материальный труд. Нет?
Ну, материально. Вот как сказать материальный? Труд – это материальный труд. Как это? Трудно. Материальная деятельность как-то. Ну, материальная деятельность. Это тоже материальная деятельность. Вот деятельность материальная, а труд на что направлен? Преобразование природы. Вот, на преобразование природы. То есть труд, который направлен на преобразование природы. Это материально-производительный труд. То есть труд в узком смысле, или труд в политико-экономическом смысле, это труд, непосредственным основным результатом которого является материальное благо, или производство материальных благ или энергии, что тоже относится к материи. Правильно? Вот мы с вами разобрали, что такое труд. А теперь я вам дам формулировку, которую Маркс давал, поскольку он все-таки знаток того, что такое труд. Труд – это обмен веществ, это деятельность, по, или целесообразная деятельность по обмену веществ между человеком и природой, целесообразная деятельность по обмену веществ между человеком и природой, в ходе которой человек приспособляет вещества природы для удовлетворения своих потребностей. Ну, здесь имеется в виду человек в широком смысле, как человечество, да? То есть своих там, семьи, детей, супруга и так далее. И других членов общества. То есть это целесообразная деятельность по обмену веществ между человеком и природой, в ходе которой человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. А природа у нас уже за длительную историю стала двоякой. Есть, так сказать, непосредственно природа девственная, а есть очеловеченная природа. Есть лес, а есть лесопарк. Или еще считается лес, а уже там весь бутылками туда закидали. Так что природа здесь в широком смысле берется. Скажем, стол, за которым вы сидите, скамейка, на которой вы сидите, это тоже очеловеченная природа, правильно? Это же не люди. Скамейка не человек, стол не человек и не животное, это природа. Тут, правда, уже с деревом мало что связано, а ножки, возможно, деревянные. А это уже пластмасса пошла. Но если там есть железные шурупы или стяжки, это тоже очеловечная природа. То есть добыли руду, из руды выплавили. Что из руды сплавят? Смотря какая, чего руда. Если это руда железная, то выплавляет из нее что сначала? Из железной руды. В школе мы изучали с вами это. Что из железной руды выплавляют? Кто-нибудь знает, нет? Как вы думаете, что из железной руды выплавляют? Из железной руды что выплавляют? Железо. Нет. Чугун. А потом из чугуна с добавлением углерода в специальных печах или конвертерах выплавляют сталь. А как бы железо, так бы как бы и не говорят. То чугун, то сталь. А сталь разная бывает. А в целом все это железо, как элемент химический, это железо, феррум. А печи, в которых плавят чугун, называются доменные печи. Огромные печи, которые все время горят, их если нельзя остановить, если остановишь, они пропали все. Поэтому, если вдруг вы не привезли руду или не привезли кокса, а кокс из чего делают? Из угля, да, из коксующегося угля методом обжига. И он дает очень высокую температуру. Так, ну хорошо, вот мы и разобрались. Разобрались мы с вами, что такое труд? Так, а деятельность целесообразная бывает разная и полезная. Не только та, которая создает материальные блага, правильно?
и в силу разделения труда, которое появилось очень давно, и началось оно, это разделение труда, появляться и при первобытно-общинном коммунизме еще, мы имеем труд, который создает духовные блага. Это труд в широком смысле, да, уже? Но не материальные блага, но духовные. Наука, культура вся, образование и так далее, да? Это деятельность, которая, результатом которой является что? Или какая-то идея, это наука, да? Либо это деятельность, которая создает какой-то образ, это искусство. Вот художник, он берет кисть, кисть материальная. Берет холст, холст материальный. Берет краску, краска тоже сугубо материальное вещество. Масляная краска еще содержит масло, как известно. Все это смешивает и наносит мазки этой краски на холст. Это материальная производительная деятельность. Он что производит? Материальное благо или духовное благо? Художник. Вот если я буду делать, я только дух материальный могу сделать, духовного не будет. Не знаю, как у вас с рисованием. А вот художник, его задача, цель-то у него какая? Что, какая цель у художника? Нанести краски на холст? Какая цель? А вот если я маляр, то моя задача покрасить стену, правильно? Это тоже очень приятно и забавно. И вот тот, мы знаем, из художественной литературы, так и хочется тоже взять кисть и тоже покрасить. Это материальная производительная деятельность. А если мы берем труд художника, то у него цель какая? Создать образ. Создать образ, да. Создать художественный образ. А писатель, он не может создать образ так же, как художник. Он начинает много-много-много говорить и описывать картины природы, настроение. Поэтому все художественные книги толстые, а научные книги тоньше, как правило. И смысл этих слов не в том, что они вот даст некая просто передача информации, они есть создание образа. Ну а если мы возьмем такое искусство, в котором вообще слов нету, это музыкальное искусство, там музыкальный образ. Вот мы с вами вместе пошли в филармонию, у вас одни мысли, у меня другие мысли, а у вас третьи мысли. Почему? Потому что мысли уже связаны со словами. Потому что во все, что человек сделал своим, проник язык. И каждый, так сказать, думает об этом. А ну вот потрясены и вы, и я, и так далее. А если грустная музыка, то она на всех грусть наводит. А если веселая и хочется плясать, так она на всех тоже это веселье наводит. Так? Вот это надо нам различать. То есть художественное творчество, создание образов. Есть научное творчество, это создание, открытие нового в науке. Вот если ученый ничего нового не открывает, он не ученый. Чем отличается образование от науки? Вот вы сейчас находитесь в стадии образования, то есть от вас требуется не требуется, чтобы вы дали нового в науке, еще никто это не видел. Но если дадите, то хорошо, но не требуется. От вас требуется, чтобы вы вышли на уровень научный, того, что наука уже открыла. А наша задача преподавателя – вас туда помочь, туда карабкаться, на этот уровень, правильно? Но вот мое положение или положение моих коллег, профессоров, там, кандидатов наук, доцентов, состоит в том, что если мы никакой научной работы не ведем, то мы не соответствуем понятию ученого. Если мы не соответствуем, это ученый тот, кто новое что-то дает. А если новое мы ничего не даем, то нас надо выгонять отсюда. Как мы можем что-то научить вам чему-то, если мы сами ничего не можем создать? Кто лучше учит? Тот, кто сам что-то создает, или тот, кто просто заучил, что другие создают? Сам, конечно. Конечно, кто сам создает. Поэтому, скажем, и курсы, они в известном смысле такие индивидуализированные получаются, потому что если я вам буду рассказывать про то, что я не знаю, или знаю плохо, то это вам будет не очень интересно. Мне не интересно, и вам будет неинтересно. И наоборот, если я вам буду рассказывать то, что я хорошо знаю, то, так сказать, и мне будет интересно, потому что мне это вот я дальше думаю в этом направлении, и вам интересно. Мы должны вместе туда это разрабатывать. Итак, вот появился, значит, вот еще один вид труда, уже труд в широком смысле, благодаря разделению труда. Это труд,
результатом которого является не материальное благо, а какое-то духовное благо. Научное знание или это художественный образ. А есть труд, который не под эту категорию, не под эту категорию не подпадает. Например, труд парикмахера. Вы пошли к парикмахеру. Что он делает? Он труд направлен на преобразование человека непосредственно, да, на человека. Человек – предмет труда. Вот вами занимается парикмахер. Вы как пришли туда и вышли из него. Ну, стали более симпатичны. Главное, так? Чтобы не наоборот. Главное, чтобы не изуродовали. Уже хорошо, да? Ну вот. Значит, что делает парикмахер? Обрабатывает голову. Это труд непосредственно направлен на человека. А образование что делает? То же самое. Тоже труд направлен на человеческую голову. То есть можно считать, что, скажем, парикмахер обрабатывает голову снаружи, а вроде преподаватели, они, значит, должны стараться обработать голову изнутри. Но непосредственно их труд направлен на человека. Вот труд, направленный на человека, называется услугой. Услугой. Некоторые люди никак не могут понять разницу между рабочим, который на грузовике везет бревна, и водителем автобуса, который везет людей. Это в чем разница-то? Они то это за рулем, и это за рулем. Ну, во-первых, бревна не кричат водителю, что ты что там везешь? Это, ты же не бревна везешь. Не кричат, такого не обнаружено, чтобы они кричали. То есть не берется во внимание тогда. То есть берутся какие-то вот, так сказать, механические моменты. Он баранку крутит, он на педали нажимает и так далее. Он правила соблюдает, водитель. Но у одного водителя цель преобразовать природу. Вот кирпичи там лежали, а теперь они лежат там. Вы теперь их координаты этих на Земле, этих кирпичей, можете определить с помощью, скажем, спутника? Он вам скажет, что теперь кирпичи переехали туда. Они сами-то не переехали, перевезти надо. Земля преобразована. На ней теперь другая конфигурация материальных благ. В другом месте находится строительный материал. Если мы строим космодром восточный, значит, мы туда что-то должны привезти, конструкции откуда-то. И это... Это материально-производительная деятельность. Труд материально-производительный. А если мы туда везем людей, так это мы везем людей. То есть мы должны различать, что вот мы людей везем, а не бревна. Это разные вещи. Хотя кажется, что это одно и то же. Как же? Нет, не одно и то же. Вот Маркс в третьем томе «Капитала» разбирает этот вопрос о материально-производительном труде и о труде, в широком смысле, который не является материально-производительным. И говорит, что это вот труд другого типа. Вот кажется, что вот врач, он же с высшим образованием, он лечит непосредственно человека. Это услуга медицинская, правильно? Он не считается материально-производительным трудом. Почему? Да потому что не природу преобразовывает, а уже высшую ее форму, человека, правильно? А вот тот человек, который делает таблетку, фармацевт, у него материально-производительный труд. И это нужно очень четко различать. Почему? Потому что если мы это различаем, то мы тогда сможем пользоваться методом историко-материалистическим, который состоит в том, что в основе всего общественного развития лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. А производство непосредственной жизни – это производство а. людей и б. вещей. В первобытное время на первом месте стояло по важности производство людей. Ну, а вещи, так сказать, вот производство было не развито вещей, поэтому собирали орехи, коренья искали, убивали диких животных, охотились, сами еще не воспроизводили. А начиная с периода рабовладения, на первое место по значению для общественного развития вышло производство материальных благ. Для того, чтобы заниматься науками, искусствами, образованием, что нужно? Есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой. И если я этим не занимаюсь, значит, кто-то этим занимается, обеспечивает в это время. Пока мы здесь с вами сидим, я вот считается, что вас учу, а вы считаетесь, что учитесь. Значит, в это время кто-то должен добывать материальные блага и нас содержать. Ну, в свое время там, при социализме, государство обеспечивало такую стипендию, что можно было прожить и без родителей. А сейчас считается, что вот вам 1450, и будьте здоровы. Сколько проживете на 1450? Сколько вы проживете? Час. А? Час. Сколько? День? Час.
Сейчас? Ну, быстро. Некоторые тянут, растягивают на неделю. Я просто хочу знать, кто будет на следующей лекции. Сколько останется? То есть, если бы не родители, которые спасают, да? Или работа. Например, я раньше, скажем, человек не опоздал или не явился на... Я со страшной силой бы его наказал, как преподаватель. А сейчас я как его могу? Тут человек приходит, может, он ночь работал и пришел на лекцию. Я скажу, ты такой сякой. Как могу вообще я сейчас говорить о чем-то в таких условиях? Когда люди как-то пытаются эту проблему разрешить. Это же очень сложно разрешить проблему. Например, особенно, скажем, с моей стороны, я, у меня сын в этом смысле говорит, тебе хорошо, ты при социализме жил. Значит, я получал стипендию, значит, сначала 35 рублей, потом 45 рублей. Потом стал получать, у меня была 1/4 на матмехе, я стал получать Чебышевскую, 60 рублей. А кто ленинскую стипендию получал, все пятерки, 100 рублей, а у директора Кировского завода было 120 рублей. Так что вы, может, так примерно представляли. И поэтому каких-то таких проблем, ну, я бы не сказал, что мы там жировали. По крайней мере, наша семья никогда икру не покупала, всегда ее разглядывали мы. Но никогда таких вопросов, что мы были голодны, этого просто об этом не могло выйти и речи. И это, вот это то обстоятельство, что для того, чтобы заниматься наукой, искусством, образованием, это обстоятельство остается вечным условием человеческого существования. Потому что человек, он преобразовывает природу, и через преобразование природы меняет условия своей жизни, а человек есть продукт обстоятельств и воспитания, и он себя тоже тем самым преобразует. Это вечное условие. И если вы этот критерий будете применять, труд непосредственно, непосредственным результатом которого является материальное благо или энергия, или перемещение вещей энергии в пространстве, это материально-производительный труд или труд производительный в политико-экономическом смысле. И труд в широком смысле, под него подпадает любая целесообразная, общественная, полезная идея. Вредная не подпадает. Вредная деятельность не может быть названа трудом, правильно? Ни в коем случае. Поэтому всякого рода тут соображение это не вот этот бандитизм, попытки у студентов отнимать телефоны, продавать, целью обогащения под это дело не подпадает. А деятельность какого-нибудь бы подпадала под это дело? А? Деятельность какого-нибудь, Бенгуда и еще кого-нибудь, кто отнимал богатых и давал... Это конечно, дело? Подпадало. А как же, мы же знаем, что в случае взяточничества есть везде. За экзамены где-то плачут, да и зачеты есть такие. Я вот за все время пребывания в университете должен сказать, что вот я таких вещей не наблюдал. Никогда. Ну, даже не слышал, так сказать, чтобы кто-нибудь этим занимался. Как-то у нас тут некоторые традиции есть. А вот для некоторых других вузов, как рассказывают, там по-другому. Если человек говорит, ставьте мне 2, он потом пойдет якобы на учебу, опять заплатит деньги уже государству за то, что его подготовили, а потом получит эту липовую оценку, 3. И так переходит с курса на курс. И какой он будет специалист? Сегодня я открыл газету «Метро», там анекдоты в конце написаны. Студенты медицинских вузов, пожалуйста, учитесь хорошо. Потому что потом это будут такие врачи, как вы понимаете. Товарищ конфликтологи, который собирается разрешать конфликты. Конфликты в обществе, разнимать дерущихся. Или драться на правой стороне против неправых, так вы хоть учитесь хорошо. Так, ну вот, это вот то, о чем мы с вами говорим, очень важно, потому что на самом деле есть постоянное стремление взять и смешать это различие, то есть смешать различие между материально-производительным трудом и трудом в широком смысле. А всего получается 3 вида труда. Труд материально-производительный, труд, который является услугой, и труд в сфере общественного сознания. Любой, когда результатом его является идея или художественный образ, любой другой. Всего 3 вида труда. И совершенно, но представители второй и третьей ветви труда
для того, чтобы заниматься этим трудом, должны тем или иным путем получать материальные блага от тех, кто занимается трудом материально-производительным. Правильно? Иначе они существовать не могут. И существуют разные поэтому формы, как это делается. В разных формациях, по-разному, если вы возьмете различные формации, то вот наиболее ярко это видно в рабовладельческой формации. Там были уже ученые, да, в Риме были, и в Древней Греции ученые были, жрецы были, люди, которые, так сказать, направлениями религиозными занимались. И были рабы, задача которых создавать материальные блага. А кто будет плохо работать, того можно убить. Рабовладельцу разрешается убивать своего раба. Почему? А потому что я же вас завоевал. Как появлялись-то первые рабы? Это повергнутое племя. Скажите спасибо, что сразу вас не убили. А разрешили вам трудиться, и вы живы, и я жив, и нам хорошо. Это разрешение такое, противоречие. Понимаете? Когда это могло появиться? Такое счастье, когда появилось рабовладение, когда просто не убивали просто пленных. Пленных, никаких пленных не могло быть, потому что если вы взяли меня в плен, а я могу создать только столько, сколько я съем, то вам никакого резона нет меня держать, потому что вы должны меня кормить, тогда вы умрете. Но поскольку вы меня победили, кто должен умереть, вы или я? Ну, пока до экзамена далеко, я должен умереть, да? А вот когда благодаря развитию средств производства производительные силы труда выросли настолько, что человек мог создать прибавочный продукт сверх того, что нужно для того, чтобы, так сказать, ему самого себя прокормить. И такой прибавочный продукт, который может прокормить другого человека, вот тогда может появиться рабство. Тогда можно говорить о том, что появляется рабство. А до этого, а раз появляется рабство, появляется разделение труда. Одни создают материальные блага, а другие за счет труда рабов могут заниматься науками, искусствами, управлением государством и так далее. Услугами и прочее. Но некоторые люди, особенно представители умственного труда, им как бы обидно, что приходится признавать, что все-таки вот я существую как преподаватель, как профессор, благодаря тому, что кто-то в это время, пока я читаю вам лекцию, и пока вы тут сидите и слушаете эту лекцию, в это время он находится или в шахте под землей, или у Мартена, в очень вредном производстве живут они недолго. Ну вот, скажем, вы знаете, например, есть льготный выход на пенсию. Скажем, у нас мужчина выходит на пенсию в 60 лет, а льготный выход на пенсию на 10 лет раньше. В 50 лет. 50 лет выходит, а как думаете, а живут они дольше, что ли? Или и живут на 10 лет меньше? И живут они на 10 лет меньше. Ну, понятно, почему. Что значит выходит на это? То есть человек уже износил свой организм настолько, что его общество должно уже содержать. Он уже не может дальше содержать. Отсюда выдающийся вклад товарища Ельцина в решение пенсионной проблемы в отношении мужчин. Он же решил эту проблему, из-за которой сейчас столько конфликтов там обсуждать. Что обсуждать? И вот эта мужская часть населения России, она как безразлична к этому. Почему? Потому что вот говорят, что сейчас где-то мы выползаем уже на другой уровень. Но вот при Ельцине и в последующие годы средний возраст мужчин был 59 лет. Если в средний возраст мужчин 59 лет, а выход на пенсию 60. И вот спрашивают его, а вы какую выбираете систему пенсионную? Какую выбираете систему? А вы какую? Они говорят, да нам-то какая разница, какая система? Мы-то вам будем все время сдавать пенсионный фонд. А на пенсии-то мы не будем. Поэтому даже такая категория появилась, молчуны. Дескать, куда вы хотите, в какой пенсионный фонд свои там накопительную часть перевести? Ну какая нам разница, в какой вы пенсионный фонд переведете, поскольку я до 60 не доживу в среднем. Но есть такие отдельные, понятно, что есть разброс в обществе, одни, так сказать, где-то раскакивают за эту величину, но их меньшинство, основная масса не доживает. А женщины ведут себя отвратительно.
они подрывают государственный бюджет и бюджет пенсионного фонда. Их 55 лет отправляют на пенсию, они продолжают жить, как ни в чем не бывало, не думая о нуждах государства. Вот в древние времена старики сами понимали, что если кто-то должен прожить или молодые, или пожилые, то пожилые должны собрать манатки и пойти в горы, и там умереть тихо. А если ничего не понимают, требуют пенсии. Вдобавок специально они гуляют с детьми на свежем воздухе, и тогда, когда бедные мужчины там, значит, смотрят телевизор на кушетке, вот, и разрушают свое здоровье водкой и табаком, они продолжают гулять, и вот наступает время пенсионное, и они продолжают жить и жить, и подрывают тем самым. Вы почитайте на Мулюка и всех. Они как начинают обдумывать, что делать в экономике, сразу берут, как бы эти пенсии урезать, берутся за пенсионеров. Не за технический прогресс, не за повышение производительности труда, не за снижение ключевой ставки, которая сумасшедшая, 11%. А в Америке сейчас от 0 до 0,25. Нет, они, да, пенсия опять как-то. Больше нет другого источника. И вот в этом вопросе, о труде, существует большая борьба, именно потому, что некоторые товарищи не хотят чувствовать себя должным или должниками по отношению к тем, кто создает материальные блага. Дескать, поскольку у меня труд сложный, вот у меня сложный труд, я же не просто, так, во-первых, умственный труд, сколько учиться надо, 5 лет, в аспирантуру еще 3 года. Кандидатскую надо защищать, потом докторскую защищать, потом профессора получать, то если так вот брать по количеству просто труда, то я гораздо, вот мой труд надо заменить вот так, а труд рабочего вот так. Значит, рабочий меня эксплуатирует. Вот, так сказать, к чему это дело ведется. Поэтому вот такого рода точка зрения расширительная, когда производительный труд понимают как всякий труд, она присутствует, и очень широко вы можете с ней столкнуться. То есть не хотят брать это деление. Хотя, как бы ни развивались события и как бы ни осуществлялся технический прогресс, надо понимать, что есть труд непосредственным результатом, который является материальное благо, и труд непосредственным результатом, который является услуга или идея. Правильно? Или идея, или образ. Вот если я сижу вот здесь и управляю марсоходом, и между мной и марсоходом, кроме вот этой системы управления, нет ни одного человека. Я рабочий или не рабочий? Но труд какой у меня будет? Я управляю марсоходом. Не так я управляю, что вот я говорю, вот так пойдите и сделайте, чтобы он повернул направо. У кого будет непосредственно материально производительный труд? У вас. А у меня будет опосредствованный. Вы, то есть то средство, с помощью которого я управляю марсоходом. То есть люди, которые занимаются управлением предприятием, они нужны, важны, без инженеров, без управленцев, без менеджеров. Дело не пойдет, правильно? Без начальника участка, без прорабов. Дело не пойдет. Надо понимать, что одно дело непосредственно, кто управляет. Да хоть там какое расстояние, сколько световых лет, если между ним и этим самым средством производства никаких людей нет, не стоят, непосредственно управляют. Хотя тысячи людей, миллион участвовали в создании этих аппаратуры, да, спутника или там, так сказать, космического корабля и так далее. А другое дело, когда опосредственно все на все влияет. Например, современное производство предполагает научную разработку того, что будут производить. Но это и бывает и в положительном, и в отрицательном смысле. Или в положительном, в том смысле, как сделать вкуснее, или как сделать дешевле, как вместо сливочного масла туда пальмовое масло забить, как мясо заменить на крахмалы, на прочую всякую, на сою, что еще. И как можно сделать из копыт и рогов колбасу дорогую, дольше придется разобрать, надо много краски иметь. Краски, улучшители вкуса, разрыхлители и прочее. Но вообще сегодняшнее производство, это, можно сказать, его наука является подготовительной стадией к производству. И прежде чем начнется труд материально-производительный, идет труд ученых, конструкторов, разработчиков, тех, кто чертит чертежи. Без чертежей можно что-нибудь на заводе создать? Нет? Поэтому это люди, если есть чертежи, ничего рабочие не создали, и ничего не произошло. Все это подготовка получается.
То есть это все, это необходимо. Вот если брать слово, что необходимо для производства материала, много чего необходимо. А вот трудом материально-производительным является такой труд, который непосредственным результатом имеет вот материальное благо. Непосредственным, а не опосредственным. А опосредственным что угодно может быть. Это очень важно усвоить. При этом, какие тут могут быть конфликты? Между теми, кто находится в сфере материально-производительного труда, а находится в этой сфере материально-производительного, и те, кто материально-производительным трудом занимается, и те, кто его организовывает. Правильно? Обязательно. Вот у Маркса есть такое положение, что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. То есть всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот две функции управления. И дальше он приводит пример. В оркестре отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Поэтому, если вы понимаете современное производство как некий такой оркестр большой, то он, конечно, нуждается в людях, которые занимаются управлением. Без них это производство не пойдет. Поэтому без чего, но это называется условие, без чего, необходимое. Это необходимо то, необходимо это. Но без материалов тоже не пойдет. Вы не сделаете из воздуха то, что является металлическим. Правильно? Без воздуха вы не сделаете. Вообще вот вы лекцию не услышите, потому что звук передается через воздух. Если воздух выкачать, очень уже никто ничего не услышит. Это условие этого труда. Но надо всегда это вот различать. Это очень важно. И конфликты могут быть в связи с распределением того, что создано непосредственно материально-производительным трудом. Потому что то, что пока исторически, то, что было создано непосредственно материально-производительным трудом, попадало сразу же в руки кого? Только при первобытном общинном коммунизме оно в руки женщин попадало, и они распределяли. Так? Потому что был матриархат. Чтобы детям досталось, и мужчинам досталось, и всем досталось. И у всех было по потребности. По тем потребностям, которые были связаны с теми возможностями, которые были. А когда началось рабовладение, то собственность на продукт труда изначально была у кого? У того, кто работает, или у того, кто не работает? У того, кто не занят материально-производительным трудом. Чем он занят? Это другой вопрос. Хорошим, плохим, управлением или... занимается только эксплуатацией, это уже второй вопрос. Но собственность изначально была и у эксплуататоров. При феодализме кто был непосредственным создателем материальных благ? Это прежде всего крестьяне. А собственность была чья? Не просто частная, она была собственность феодалов, в том числе и на самих крестьян. Но чтобы не было обсуждения того, что вот это вот ваша собственность или моя, давайте так вот вы вместе со всем этим делом, моей собственности. Я не буду даже трогать этот ваш телефон. Вместе с телефоном будете крепостной крестьянкой. А вы захотели быть столбовой дворянкой. Это потом. А пока найдите пока этого старика и рыбку и так далее. А при капитализме сейчас. Вот если я ваш хозяин-барин, то я же не дурачок, если вы начнете, вот голод начался, не урожай. Значит, я заинтересован в том, если я помещик, чтобы вас накормить. Потому что если вы умрете, кто я буду я? Ну, кто буду я, если у меня не будет крепостных? Богатство феодального общества определяется количеством крепостных. А я приду и скажу, у меня никого нет, меня никуда не пустят, ни на какой бал. Скажут, ты кто такой? Да я вот раньше был, раньше, иди отсюда. И все. Поэтому я вам дам и хлебушек, все будет хорошо, потом отдадите. Урожайный год. А пока вот вам, пожалуйста, кушайте. Все. А сейчас?
А сейчас вот отдельный капиталист ему, ну эти не умерли, ну другие придут. Другие умерли, третьи придут. Из Узбекистана привезем, из Киргизии, из Таджикистана привезем. Найдем, откуда привезти. И вообще не важно. Поэтому мы таких случаев, уже близких к нашей проблеме, знаем, когда не оформляют трудовой договор, не оформляют. Соответственно, никаких больничных быть не может. Сломал человек ногу или травму, его так берут за руки, ноги, за пределы завода выносят, двери закрывают, и все на этом. Никакой оплаты больничных, никакой заботы о здоровье. Хотя государство в целом, скажем, даже если оно буржуазное, оно все равно должно думать, что, ну хорошо, но если будут вымирать люди, так как прибавочную стоимость-то получать? Но если государство в целом, если класс в целом должен об этом задумываться, поэтому, скажем, английское государство задумалось, когда оказалось, что дети начали умирать. Почему? А потому что взрослых на работу не берут, потому что им надо много платить. А детям можно платить в несколько раз меньше. Детей берут. Дети, соответственно, таскают кирпичи из печей кирпичных, так сказать, в пятилетнем возрасте. Тогда задумалась английская буржуазия, это дело же придет к тому, что вымрет скоро рабочий народ. А мы как же тогда? А мы-то как будем тогда жить, если все, кто создает материальное благо, вымрут? Вот они внесли в закон такой о запрете детского труда. То есть, что родители, что нельзя отправлять на работу без согласия родителей. А родители согласие дают. Почему? А потому что выхода нет. Родители найти работу не могут. А если дети не будут работать, ну все умрут и дети, и родители. Родители дают согласие. Тогда внесли еще один закон и вынесли то, что запрещается родителям давать разрешение. Против родителей уже. Ну и эту проблему решили. Это вот в «Капитале», в разделе «Фабричное законодательство» в первом томе. Вы можете об этом почитать. Обычно вот в наше время, когда я преподавал политэкономию, не требовалось это знать. Как бы вот М на В, С плюс В плюс М, это знали. А вот фабричное законодательство, которое характеризует вообще само капиталистическое производство, это не рассматривается. Так что вот мы с вами такую очень серьезную рассмотрели проблему, проблему труда. Она и сейчас серьезная и животрепещущая, и по ней много дискуссий. Ну и, по крайней мере, на уровне определений надо в этой проблеме разбираться. Иначе как мы можем говорить о социально-трудовых конфликтах, если мы социал-то разобрали, если бы мы труд не разобрали, то мы не можем говорить и о соответствующих конфликтах. Вопросы какие ко мне есть? Протесты? Нету, да? Спасибо за внимание.